Шик. О, привет, Нари. Слушай, зацени, что я тебе принес. У меня есть краска для волос. Глянь на мои волосы, они зеленого цвета. Хочешь себе такие же? Ну, нет, спасибо, я лучше со своим погоняю. А, погоди, ты от меня не уйдешь. Шик. Мяу. Шик. О, вот это, конечно, да. Ну, да, спасибо, конечно, за желтые волосы, но я думаю, что ты сюда пришел? Надо тебя чем-то занять. А, хочешь, я покажу тебе, как сделать короля крампетов? Короля крампетов? Что ты имеешь в виду? Ну, король крампетов, тот, кто самый главный в этом мире Тока-Бока. Только по крампетам. Ха, слушай, ну интересно на самом деле звучит. Ну давай посмотрим, как сделать короля крампетов. А такой вопрос, а королева у него будет? Ну слушай, королеву не обещаю, но короля крампетов уж точно покажу. Давай смотреть. Вжих. Итак, для того, чтобы сделать этого короля крампетов, нужно будет нам сегодня с тобой отправиться в магазин. А там я встретила Зика, ну и конечно же я попросила его о помощи. Привет, Зик, как дела? А, привет, я в порядке, Нари. А, хочешь, я тебе кое-что покажу? Двух крампетов. А, я сама тебя хотела попросить об этом. А, конечно, конечно, давай. Так, ну тогда погнали. Сейчас нам нужно будет собрать несколько предметов для создания наших крампетов. Давай отправим сначала в театр. В театре нам нужно будет найти несколько предметов. А, так, всем привет. Привет, мистер Печенька. А, давай искать первый предмет. Первый предмет — это вот такая вот корона, которая... в принципе, сделает тебя королевой. Ну, а я тем временем возьму меч и попробую взять волшебную палочку для того, чтобы можно было защищать королевство. И также возьму вот такую вот черную масочку, которая будет меня немножечко маскировать. Где она? Вот она, отлично. Так, я похож на бандита? Ну-ка, расскажи мне. Ну, если честно, немного похож. Но я не бандит, ха-ха. Так, ладно, хорошо, не будем шутить. Отправимся на катасвалку для того, чтобы наколдовать нового крампета, которого вообще не существует в игре, но у нас он будет, будет, точно тебе говорю. Итак, перемещаемся на катасвалку, и первым делом мне, конечно же, понадобится кое-какой предмет. Угадай, какой предмет это будет, Нари. Так, давай попробую угадать. Это будет корона? Ну, в принципе, ты, наверное, даже в чем-то права. Нет, но будет волшебная палочка. Так, вот, смотри, бери волшебную палочку. Корона тебе для... О, что это вылезло раньше времени? Я думал, что сейчас вылезет что-то другое. Я думал, ты будешь королевой, а ты колдунья. Так, давай-ка попробуем с мечом. Опа, а вот и король крампетов. Посмотри, королева и король крампетов. Видишь, королева главнее. Главнее королева, я же тебе говорила. А, да, ну король как бы тоже неплохой, хоть он немножко пониже, но он тоже главный, посмотри, какой он классный. Да, слушай, реально классных крампетов мы сделали, да, очень классных, Нари, согласен полностью. Вот такие вот интересные крампетики у нас с вами получились, друзья. Ну а сейчас на ваших экранах появится несколько видеороликов, которые я снял. Можете нажать на один из них для того, чтобы продолжить просмотр.